Мы и начали, ребят. Где актив, Тит? А, Райдан, актив будет вот в ближайшем времени. У нас сейчас как раз все по плану идет. Скоро выпустим YouTube-контент, наш личный, наш собственный влог, всякие программы. Вот так что ждите, актив скоро будет. Амина Ким, я пришла. Нет, я пришла. Кошкюльдинг. В Ла-Ла-Лем, да, я так понимаю? Я не знаю, что происходит у вас. Я вообще не знаю, там пропустим. Приходит, ревнует, что это? Срах, да. Балнур Таджихан. Господи, почему мир так несправедлив? Четверо вопросительный знак. Почему у них так мало фанатов? Они же прекрасные, Дида. Блин, спасибо большое за то, что вы так этот комплимент, этот кандарный зла, но... Так мало фанатов дегенде, нам достаточно даже... осындай болғанына да шүкір деген сәті. Одан алдында, одан әлі болашақта бұл фандом бізге кеңейет деген үміттемін. Сондықтан да әлі алда бәрі. Келесі сұрақ, Золотые руки деген аккаунттан. Вот если бы я была сейчас рядом с вами... Что? А, все. Все. Это уже от фантазии зависит, так что... Ну, если бы сейчас рядом с нами была бы, то рядом сейчас отвечали бы. А? Кто придумал, тот поймет. Или сұрақ Динара Ерганнан. Қазақша сөйлесеңдер күшті болар еді. Жоқ, негізі қазақша сөйлеген сеңдер жарайды. А? Не үшін? Мәс. Не айттың десе? Что, прости? Или сұрақ дейді. Сергей Жеминей. Сергей Жеминей, дейді базаржық. Каково быть это? Каково это быть клонами ребя? Каково это быть клонами, запятая ребя? Вопросительный знак. А клоном корейских... клонами корейских клонов. А клонами корейских клонов... клонов ты его хватками. Клоны, оказывается, да, клоны. Каково это быть клонами, ребята, а клонами корейских клонов? Вот. Клонами корейских клонов? Тогда корейские клоны чьи клоны? Наши клоны или мы их клоны? Ты у Сергея спроси. Сергей. Жеминей. Жеминей, да. Кто кого клон? Корейский клон или казахский клон? Или клон клона? Клон. Клон. Так, следующий вопрос. Нурланджио, нижний прочерк, 30. Блин, сейчас они молодые, точка, у них все норм, точка. А дальше что? Никому же не станут нужны. Ну пока молодые, нужно же пользоваться всем, чем надо. Потом посмотрим. Потом, когда возвращаешь в другой период на сайт, где ты пользоваться будешь этим, в этом периоде, этими вещами. Ну этими. Этими нуждами. Да. Он как телеграммы читает, заметил? Точка, точка, ЗПТ. Армандамма, нижний прочерк, 0303. Если бы родились 10 лет назад, были бы крутые вы. А так каптың бірі көп кірі дейді. А так каптың бірі көп кірі дейді. Ладно, жарайды. Көптің бірі. Жоқ, көптің бірі көп кірі дейді. Иә. Переведешь ребятам? Нет? И вот он сам переводит. Сумбин просто. Короче, типа, если бы мы родились 10 лет назад, были бы крутые, а сейчас мы, короче, мешок. Мешки. Да нет, ты дословно переводишь. Типа, сейчас таких много, ну, например. Да. Сейчас таких много, короче, и мы одни из них. Классно. Самая лучшая реакция. Что-то не хочет. Ребзя, что-то не понял. Пишет Женебек Муза. Ребзя, что-то не понял. А новенькому впадлу придумать одно из ваших кошачьих имен. Кто согласен, ставьте лось. Что за имена? Ты думаешь, никнеймы наши? Не, нам, по идее, не впадлу придумать. Просто у него не кошачье, у него собачье имя. Кличка вот. Ян.
Вот так. Янда? Ян. Ян. На английском типа Ян. Нит, мангал, мангол, мангол. Мангол урла. Біздің ауылға келіндерші көрсетем мен өзі әлемімді. Ахаха. Біздің әлемге келіндерші. Ауылдың әлем ол не ғо? Шөмелей жинау ған яқта. Шөп шөмелей жинау. Шуда ғой деме? Лазло.адлиц. Одан да армияға барсандарш мал болмай. Все, что ты делаешь? Интонация мемпля. Я айтайын. Барамыз? Деп. Армияға алмайды ау бұл. Мен армияға барып келем негіз. Бәрі алмайды ау негіз. Бұш? Просто уақыт көрсетеді.